приятным. Ну, помните, я говорил, ну есть же это самое. После такой речи. Ну, посмотрите. Удмуртия, город с глазу. Вот что получается. Раскрылись еще не все кочки абрикоса. Большое спасибо за материал. Большое, пожалуйста, вы побольше присылайте. Тарификация абрикосов Железова. Замочила косточки 11 февраля 2020 года. И вот тут начинается. Вот. Я вам как сенсацию, по-моему, преподнес. А может, это отдельный фильм был, не помню. Вот. Это Санкт-Петербург. Меня заинтересовала ее технология. Я говорю, ну имейте совесть-то. Если у вас результат получился практически идеальный, то будьте добры, научите нас, убогих. То есть и меня. Я никогда не отказывался от этого. Помните, я рассказывал? Кто-то меня там подсказал мысль, тут подсказали. Итак, замочка. Хотела 20, получила 130. От манжурцев до королевских. Фаина, Академия, Аргентин, Амур, Патриарх, Бай, Серафим. 130 штук. И вторая задача какая будет? Куда она их девать-то будет? Дело в том, что меня уже требовали ее это. Я уже с кем-то ее стыковал. Видимо, кому-то захотелось поделиться с ней, увести в свой сад. Смотрим дальше. Вот тут у нее замечательно все, да? Это учеба. Извините, сейчас самое время учебы. Весна. Весне дорогу. Мне единственное, вот тут непонятно. Я не успел переговорить. Сейчас вы узнаете, как ее зовут, где живет. Закапывал целиком, или они, как вот я, это самое, мои наблюдения, будучи закопанным целиком, вылезли вместе с косточками. То есть вот эта вот сила страшная, знаете какая? Вот эта вот сила, которая поднимает на 100, ну не на 100 получается, на 90 градусов. Вот такая сила страшная, да? То есть, а я на данный момент не знаю, закопаны были или полузакопаны. Она могла все сделать по-своему. Почему бы и не? Знаете почему? Это теплица, а в теплице всегда повышенная влажность. И, возможно, она полузакопанная умудрилась прорастить. А результат-то 130 и 170. Это что, шутки, что ли? Это не шутки. Дальше развивается. Так. Мне всегда так нравится. Это мой праздник, что вот они, семядоли, вот они, а? Эй, специалисты, помните, закопать на 6-7 сантиметров? Ну, вот они, семидоли, вот они. Смотрим дальше. Она умница, все это самое. Вот так оно должно быть. А если косточки эти, скорлупа вот они, семидоли, видите? Были бы под землей, все, хана. А потом удивляется, посадили в Питере самый крупный в мире абрикосовый сад. Прошло время, ни одного дерева. Ну, вот он на моей улице праздник. Я не зря на свете живу. Ой, вы знаете, когда я вижу эти семидоли, у меня праздник на душе. Елена Александровна Савинович, вы меня слышите, нет? Как мы с вами издевались над этой агэшной экзаменом? Где должны быть семидоли? Даже ребенка любого разбуди, ни один не знает. Ни один. Вот про 6, 7, 8, 9, 10, 11 класс. Я тебе сказал, слово, вот уверен, что хотя это слово упоминается в этом самом, в этом учебниках, ни один не скажет, что это такое. Там-дарам-да, там-дарам, там-дарам-да, там-дарам. Как мне хорошо на душе. Вот. А сейчас это Антонина Ивановна в 70-й школе. У нее будет не хуже. Это уверен. Я подстраховался. Я туда столько выслал, чтобы себе это самое без дохода остался. Но для меня самое главное было это не опозориться. Вот. И когда она позавчера звонила, первый росток вышел из этой грядки на пришкольном участке. Ура! А вот у нее, ну, вот и после всей этой хвальбы, елки-палки, не высадила, так и простояли всю зиму.
До того мне обидно, ведь это может быть уникальный сад. Ведь, понимаете, вот, сейчас я вашу фамилию. Ага, Забелина Ольга, Санкт-Петербурга. Вот, 170 брала, 130 получила. Теперь вот они. Красота. Я надеялся на что? Мне обязательно надо было, кто из Питера выпишет крупную партию. Вот она выписала. Прекрасный результат. Все по железу, все прекрасно получилось. Семидолия наверху. Дальше. Будучи высадены, они были бы вот такими вот штамбами к осени. Если вот тут они вот так вот, в таких обстоятельствах, умудрились вырасти за одно лето, то представляете, что было бы? Двухметровые, мощные саженцы. Потом, естественно, посажены постоянно места 130. Пусть потом бы прошло снег. Кстати, она снегом потом укрыла, спасая от мороза. Я не вижу выпрямившихся. Ну-ка, минуточку, минуточку. Я не приглядывался. Где выпрямившийся? Выпрямившийся. Нет. Но все-таки по одному году судить нельзя, если бы она все это высадила. Был бы у нее участок 130 штук, это надо. Ой-ой-ой. Соток 12. А так как они у нее мощнее были бы, соток... Ой, не то говорю. Сотка это 10, да, соток 12 для в этот роскошный сад высадить, так где-то 3 на 3, например, погуще. Потом какая-то часть выпрямит все-таки через 3-5 лет, но оставшиеся станут, должно стать то, что должно было быть. А у них есть институт, и, по-моему, этот институт, и как раз тот товарищ профессорка, доктор наук, он сейчас частное лицо, тоже зарабатывает, как я, этими самыми, продавая саженцы. Вот. Институт, по-моему, закрыли в Питере. По крайней мере, слухи до меня доходили. Так же, как Тимирязевку прикрыли, то прикрывали, тот закрыли. Так. А ведь именно там надо было это 20 лет назад, так же, как 10 лет назад сделал этот самый. Ваулин выписал у меня вот такие вот сеянцы. Самосев. И сейчас бы там, и причем, ну, масштабы, может быть, не 20, как там Ваулин, а 200. 500 у меня этого добра. Все это через несколько лет оставшийся, и прошел бы естественный отбор, оставшийся, это была бы настоящая селекция. И вот Питер покрыл бы этими абрикосами, которым это. Кто-то мне прислал с Уссурийска. Огромные абрикосы, все в цвету, растут на улицах Уссурийска. Ну, манжурцы, это понятно. Это вам не королевские, и не эти, не академики. Но этим-то все по барабану. Крупные, очень большие деревья. Кто-то с любовью снял. Прямо на улице города. Вот так Питер должен был бы. Причем не только и не столько этими самыми, как их назвать-то, дикари. Вот. Не только манжурцами, а вот этими прям всеми культурными. Понимаете? Прямо вот, представляете, растет посреди. Ну пусть будет уже фаина не 100 грамм, а 50 грамм. Пусть академия будет не 120 грамм, а 70 грамм. Но можно превратить, вот если вы не слушаете вот того самого доктора наук, который сказал, что железо, кого вы слушаете, у меня все абрикосы погибли. Да ты сделай вот так, как эта дама. И ничего гибнуть не будет. Погибли наверняка, потому что сгнили основания штамба. Ну, если бы вот я попал, как волшебная палочка, к нему в сад, снял бы фильм, еще пока сад был его жив, чтобы потом он перекрыл мне кислород, железо встал это. Как это называется? Чуть ли не болтуном. Поверили Железову. А Железов, вот он. Это мой десант в Питере. В 2019 году брала вас кусочки абрикосов. 170 штук. У меня сейчас еще не это самое, 20 тысяч. Задачка. Представляете, какой потенциал никому нахрен не нужный. Особенно самое страшное, что институтам это не нужно. У меня 20 тысяч косточки лежит. Да еще так спрятал, чтобы случайно никто не нашел. Прошлой весной порастила косточки, но дальше действовала по своей интуиции. В холодную землю сажать их не рискнула. Растила в теплице, в стаканчиках и затем в пакетах. А, вот что я хотел ее спросить. Сейчас. Нет, дочитаю, потом спрошу. Считаю, что только так можно добиться результата. Итак, начинала в теплице. Кто бы спорил? Вот, у нас демократия, я сам газеты читал. Это значит, захотела Забелина и вырастила в теплице. Первый этап.
Когда помидоры растения вытеснили пакеты с абрикосами, в начале июня я перестал их на улицу и поставил у северной стены. Все лето и осень они мощно растут на солнышке. Некоторые вымахали до 2 метров. Это в этом жалком стаканчике 2 метра. На одних листьях были крупные, на других мелкие. Сортов больше 10. Корни проросли через пакеты в землю. Зимовать они остались на том же месте. Вот сердечные корни. Через пакеты проросли. Ничем не укрывало. Зима была холодная, морозы сильные, до минус 30 и выше. В другом месте вы написали про минус 35. Но снегу было много. У меня север Питера. Перезимовали прекрасно. Все до единого живы. Теперь буду пересаживать их в землю, как вы рекомендуете. Сделаю обрезку на 2/3. О, моя школа. Отмечу белой точкой юг. Как только потеплеет, подготовлю место и пересажу в землю. В дальнейшем буду вас информировать и присылать фото. Дальше вопросы, вопросы, вопросы. Тут много всего. Мы на сегодня закончили. Наше время истекло. Здесь столько интересных вопросов, ответов. Вот. Столько всего интересного. О-о-о. Ну, это ладно. И у меня остался вопрос Забелиной. Один единственный. Так, гражданская Забелина, пожалуйста. Вот. Ответьте на такой вопрос. Когда и как вы умудрились из этих пластмассовых стаканчиков, вот они, из пластмассовых стаканчиков умудриться так пересадить большую емкость, что абрикосы этого не заметили, ни один не погиб. Вот этот вопрос остался выяснить. И тот же самый первый вопрос. Вы закапывали целиком, ну, символически, естественно, по железу, или, ну, как бы просто, может, некоторые вдавливают, просто вдавил и все. Или на поверхности лежали. И так умудряются. О, теплица теплее, теплица сырее. Если поливать, она даже лежачая может зайти. Но подозрительно много взошло. Подозрительно много. Вот смотрите, все подряд, 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 подряд. Ладно, теперь мы закончили обязательную часть. Так, рассказал я вам 1/3 того, что собирался. Здесь много интереснейших тем. Мы будем еще продолжать и продолжать, даже если нас будет мало. Ну, тем, кто смотрит позже, получается человек 500-600. Но что меня утешает? Нас мало, мы в тельняшках, как кто-то написал из вас. Но дело в том, что потом этот материал попадает в руки Павла Троценко. Павел Троценко переводит их в текст, снабжает этими же фотографиями, дополнительно требует от меня фотографии. Вот, размещает черти где. И последний раз он говорил, что вот какую-то статью посмотрело якобы 500 тысяч человек. То есть это то, что мы с вами видели, 500 тысяч. Я даже не поверил. Но перед этим был случай, говорит, 100 тысяч, 50 тысяч. В общем, мы работаем не напрасно. Мне нужна, друзья, аудитория. Если бы я сейчас не знал, что там с той стороны экрана вы сидите. Вот, у меня много фильмов, снятых без вас. Вот. Они чуть-чуть, они не заряжают, они информируют, они, может быть, даже более лаконичны, потому что тут я много говорю лишнего. Вот. Иногда чуть ли не до мата. Вот. И получается, что хотел не тут рассказать. Немножко неприлично. Ладно. Итак, мы с вами прощаемся на 5 минут. Я перехожу там, где у нас вопросы-ответы. Вот, и будем продолжать воевать, воевать и воевать. Другого выхода нет. Или так, или садов у нас никогда не будет.